Ульяна Шелестова приехала в лагерь «Волжский Артек» в первый раз. Девочка учится в художественной школе, увлекается рисованием и привезла в лагерь свои работы, чтобы представить их на городском фестивале творческих детей «Подснежник». Одну из картин под названием «Синий кит» Ульяна создала в необычной технике. Для ее создания юная художница использовала крышки. Я взяла крышку от белой краски, намазала крышки белой краской и к листу прижала, и получились ровные кружочки. Больше всего я люблю рисовать, я думаю, про природу что-нибудь такое, либо что-то фантастическое. В этом году городской фестиваль творческих детей «Подснежник» посвящен Году семьи в России. В нем приняли участие 870 ребят. Это дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, а также ребята из многодетных и неполных семей. 80 из них приехали в Волжский Артек. В лагере лауреатов конкурса наградили дипломами и памятными подарками. Любому человеку важно, что то, что он делает, и делает красиво и хорошо, это оценивается. Детям это важно вдвойне. Мне нравится рисовать всякие, макеты делать, рисовать разные, лица людей. Мне просто это нравится. Хобби такое. Награждение завершилось заключительным концертом. Для зрителей артековцы представили вокальные и хореографические номера. Вместе с ними на сцену поднялись родители и воспитатели социальных приютов и вожатые. Также для гостей лагеря работала выставка поделок декоративно-прикладного искусства. Полина Чулюкова, Григорий Плешаков. События.